Весенний призыв стартовал сегодня. С 1 апреля по 30 июня в армию должны отправиться более 300 ангарчан. В этом году военкомат получил задание призвать почти на полсотни человек меньше, чем в прошлом. Это связано с тем, что все больше юношей осознанно идут в армию и рассматривают срочную службу как первую ступень к военной карьере. С 1 апреля произошло и традиционное повышение пенсии россиян. Выплаты проиндексированы на 4%, в среднем рост составил 354 рубля. В том числе и социальные пенсии. То есть это пенсии, которые назначены без учета стажа и заработка. На час дольше гулять разрешается с 1 апреля несовершеннолетним. По закону о комендантском часе в весенний период, который продлится до 1 октября, находиться на улице с 23 часов ночи до 6 утра без сопровождения взрослых запрещено.